Очередная поклевочка аж провисла. И походу прозевал. Прозевал. Так, тут у нас была первая поклевочка, но что-то вот так. Наверное, что-то есть. Да. Есть первый карасик. Упирается. Небольшой, но, как Михалыч говорит, жаровой. О. Пойдет с почином. Самые обычные спиннинги, самые обычные катушки, и рыба клюет, и все нормально. Так, время 12:49, было две поклевки, одного карася взяли, одна была холостая, но еще времени у нас полно, поэтому сидим, отдыхаем, кайфуем. Октябрь месяц нам такое преподнес наслаждение рыбачить в октябре. Очередная поклевочка аж провисла и походу прозевал. Хотя нет, не, что-то есть. Есть карасик, есть. Есть карасик. О, вот он. Вот он, пожалуйста, осенний карасик. Так, поклевочка на фидер, который без сигнализатора. Погода утихла, ветер прекратился, просто красотень, красотень. Ой, как я люблю такие мероприятия. Клюет. Сейчас.
Сейчас мы посмотрим. Может, уже и сидит. Оп. Не знаю. Походу нету ничего. Не, пусто. Хотя не, шось там. Ой, таранушка. Таранушка. Так. Перезабросик у нас. Отлично. Отлично. Так. Ждем. Так, поклевочка у нас на кране провис. Либо повторит, либо холостая. Ну. И что, и все? Провис и молчание. Да нет, что-то там. Ладно, будем вытягивать. А там, походу, есть. А там, походу, есть карасик. Походу, есть, да, да, есть. Так, я бы не сказал, что он сильно упирается. Но они сейчас не крупные. Местные такие караси. Но самые, так сказать, жаровые. О, ну почему бы и нет, красота, красота. Оба. Так, очередной карасик есть, заброс. Как я уже говорил, у меня катушечка Brain Scout 6000, хорошая катушка, мне нравится. А фидер я взял, как я уже говорил, флагман Twin Tip, как-то там, я не помню, короче, два в одном. И карпичок можно использовать, и это. Все хорошо у него, да, такой мягенький, легенький, 3,60. Но мне не нравится, как бы, коротковата ручка. На моем, на вот этом, и то ручка подлиннее. Здесь коротковатая. Ну, приловчаюсь, как бы. Вот. Ну, пуляет. Ничего, отлично. Вот. Так что, если вдруг кто смотрел в сторону этой палки, недорогая. Цена вопроса 900 гривен. Вот. Это не реклама, а просто, как говорится, отзыв человека, который уже ее приобрел. Поэтому смотрите. Бюджетный вариант. Вот. Ничего так, пойдет.
Время у нас 15:08. Успокоилась вообще. Просто красота. Просто. Не верится, что это сегодня 16 октября. А с понедельника обещают резкое похолодание. Может быть, это крайняя рыбалка на карася на речке Конка. Потом только на Днепр, на тарань. Так. Был отстрел на этот спиннинг. Не знаю. Прозевал, не прозевал. Но поклевка была нормальная. Не знаю, вроде что-то есть. Вроде что-то есть. Да. Вот. Вот такие караси у нас клюют. Наши местные. Особой размером нас не радуют. Но клюют. Но клюют караси. Так. Очередной перезабросик. Есть такое дело. Там уже поклевка на тот. Фидер. Как-то кажется, активизировался карасик под вечер. Время 15:15. Продолжаем рыбалку. Поклевочка на правый фидер. Ну. И все. Попытался. И все. Вот так. Так, ну вот такая у нас получилась сегодня рыбалочка. Ничего особенно, никаких трофеев, никаких бешеных поклевок. Так просто был отдых на берегу речки 16 октября. Осень. Классно. Вот, отдохнули, посидели. А теперь я хочу сделать то, что я давно хотел сделать. А пожарить рыбку прямо на бережку. Это просто есть. Это все на природе, чтобы не говорили, что красота, красота. Поклевочка хорошая. И карась такой. Смотрите, а? Фу. Хороший карась. Такой хороший карась взял уже на преддверии рыбалки. Так что поклевывают караси.
Так, ну что, что у нас получилось? А получилось у нас просто безумно вкусно. Вы не поверите. На природе они в 1000 раз вкуснее. Класс. Ребята, такого дома не будет. Красота. Любимая, ты будешь карасей? Конечно. Супруга тоже сказала, будет карасей. Не отказываться от такой вкуснотищи. Ну вот такая сегодня рыбалочка получилась. Ничего особенного, и тем не менее отдохнул классно. Просто бомба. Ребята, выезжайте на природу, не сидите дома. Это просто кайф. Всем большой привет. До новых встреч.